Хей, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Darksiders 2 Death Edition. Короче, я посмотрел, что нужно нам сделать было. Оказывается, все довольно просто. Там ничего даже сложного. Нам нужно, блядь, было просто статую поставить ровно. И все, и тогда мы все сделали так, как нужно. А так мы потеряли, я не знаю, сколько там времени на всю ту фигню. Теперь будем возвращаться. Еще понять, в правильную ли я сторону иду. И такое тоже. Стоять, а теперь херня в том, что я заблудился. Вот это немного классно. Окей. Мне нужно куда? Где у нас вообще проходы есть? И... Там. Мне нужно на второй этаж. Это я сейчас на первом, да? Или я в подвале? Так, кажись, я немножко себя потерял. Так, вот он я. То есть мне нужно вниз, на первый спуститься. Упав вниз, это не вариант. Хотя здесь вот можно сделать вот так. Это считается за первый этаж? Да, если я спущусь еще куда-то ниже. Ну, это ж мы отсюда пришли, разве нет? Мы очистили воду. Так, давайте все по порядку. Мы очистили воду. Так, так. Мы бежали потом сюда. Сделали все это, что я сейчас сделал. Пробежали все эти трупики. У нас есть одни закрытые ворота, одни ворота с порчей. Мне придется идти одному. Мы пробежали и это тоже место. Так, у нас открылся такой краевид. Окей. Теперь юзаем пушку. Бем. 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 Окей, все. Теперь мы можем отправляться. Так, мне нужен первый этаж. Сразу сделать все как надо. Главное сделать ровную статую, чтобы она не врезалась ни об что. Чтобы она не замедлилась. И все в таком духе. Поэтому становимся ровненько. Даже давайте делаю ходьбу. Во. Ровнее некуда. Так, разделение. И смотрим. Ровнее некуда, говорю сразу. Что? Что за дерьмо? Я только что смотрел видосик челика, он просто взял, нормально перелетел. Хорошо, делаем таким образом. Выйти из игры, дам. Это сейчас ломает все мои вот мысленные такие мыслишки. Если сейчас
я сразу выйду полностью с игры. Полностью с игры. Так. Если игра не будет нормально работать, как она была задумана, я прекращаю проходить Darksiders. Ребят, ну вы понимаете, я надеюсь, сразу, почему это. Потому что, видите ли, игра решила у меня, типа, а давай-ка ты не будешь играть дальше. Хотя сколько ты уже прошел? Сколько? 17 часов? Да нет. Мне это все равно. Да, в 17 часов. Классненько. И это, считайте, будет все в жопу. Шагу смерть встречал порчу. Свет утрачен, войны небес низвержены. Но мудрость Арафеля рассеяла тьму и указала всем путь вперед. Окей, окей, окей. А теперь продолжаем. Да? Да. Где это я? Так, я у этой башни. Так, сразу ставим порталы. Может, мне нужно было именно статую в ту сторону смотреть, где, куда она будет лететь. Если так, то это туда. Так, сразу на ходьбу переключаемся. Так, раздвоение. Ну, посмотрим. Нет! Нет, нет, нет! Сломатый скрипт. Просто сломатый скрипт. Он должен был упасть и перелететь туда. Но он этого не делает. Почему? Объясните мне причину, почему? Вот, все, он просто ровно падает. То есть порталы в Dead Edition не работают стандартно, как они должны работать. Я просто херею с этого. Я просто горит жопа от этого. Все было в порядке, все игралось нормально, но нет, 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 нет. Мы сделаем так, что ты не пройдешь дальше по сюжету и не узнаешь, какой же финальный босс и что произошло с порчей. В этот момент он должен перелететь, но нет, в нашем случае этого нет. Говорите, извиняйте, да? Вот, видите, у него даже плащ там, я не знаю. Может, из одежды? Давайте я голышом стану. Блин, ну это глупо, я не знаю. Так, сначала раздеться. Я могу ее снять? Нет, не могу. Тогда оденем что-то другое. Допустим, первую броню. Типа вот так. Ну, я просто не вижу других способов. Ну, блядь, ну что это за херня? Вот, а камера показывает, что я уже типа перелетел. Ну, на самом деле этого нету. Это просто идиотизм. По-другому я не знаю, как это объяснить. Пиздец. Я разочарован.
Ладно. Погнали отсюда. Я не знаю, что делать. Типа, а какие у меня еще варианты? Что мне делать, если он глючит? Все, понимаете, это будет, это последняя будет именно серия прохождения обычного вот сюжета, типа. Это ладно, у нас там еще DLC есть какой-то незначительно. Так, ты говорил, что ты мне поможешь, да? Оно здесь у древа на случай, если вдруг понадобится. Ты мне нужен. Я не могу пройти, да, у меня нету портала. Рая. Это что? Ну, я в рае сейчас ведь. Ада у меня нету. Все, значит, там еще целая локация у нас, оказывается, должна была быть. Но, увы, увы. Пойдемте в кузнечные земли. Сходим в два местечка. Одно запланированное, одно незапланированное. Запланированное это там, где около озера, где мы оживили каменного. Так. Там, где мы оживили каменного. Горнила тоже, в принципе, нету смысла туда идти, потому что это просто арена. Там просто волны, от которых нужно отбиваться. Я себе уже проспойлерил этот момент. Я не вижу смысла в таких, типа, миссиях. Ну, как-то, короче, так. Сейчас быстро доплывем до нужного места нам. Муха, словлю тебе, блядь, голову оторву. Не, на самом деле... Что я нажал? На самом деле, я не собираюсь повторно проходить одно и то же. Так, стоять. А куда... Куда, блядь, торговец подевался? Куда-то он смотался. Куда-то парнишка смотался. Окей, мне еще динамит нужно где-то взять. А вот и динамит. Ой, тут у нас еще есть стоять. Ну тогда я сначала схожу туда наверх. Что там спрятано было? Ага, кусок странички. Страничка, страничка, водичка. Посмотрим, что здесь. Да уж. Нужное место. Так, второе место, куда нам нужно посетить, это... Так, плавильня... Кузница. Нам нужно, наша цель, сломать горшочки, чтобы получить секретный сундучок.
что мне Рили делать? Боже. Мы же, по сути, выиграли уже игру, понимаете? Там оставалось какие-то буквально 3 серии. И все. И все, 3 серии. Карл, 3 серии. О, нет. Гер там плавал. Гер там плавал. Короче, нам нужно здесь просто вазу сломать, да и все. Ничего сложного. Только найти их будет сложно. По крайней мере, вспомнить, где они. И где ласт ваза? Ласт ваза. Вот аю. Ну нихера сюда можно пройти. Секретная нычка. Ха. Кажется, на последней вазе я и остановился. Да? Кажется, что да. Всего ваз 5. 4 из 5 мы сломали. Дальше я не знаю. Не вижу вас. На самом деле мне уже падение не страшно. У меня отхил есть. Есть отхил. Поэтому мне не страшно. Может где-то здесь ваза? А, вот она. Да? Или нет? Значит, это обычный ваза. Где ваза? Короче, давайте искать в поисках вазы. Мы сегодня в поиске вазы. А, погнали к старейшей наверх. Потому что у нее ваза есть. Всадник, удачи тебе. Да-да, спасибо. Только мне уже эта удача твоя не поможет. Если ты спросишь, почему, я тебе с радостью отвечу. Если ты спросишь, я с радостью отвечу. Теперь мы и вазу найти не можем. Либо вы уже нашли, а я слепой, блядь, нихуя не вижу. Блин, а куда ее запрятали? Сраная последняя ваза. Ты куда тебя запрятали? Так, там я разбил. Ну, в принципе,
принципе, я не вижу вас больше. Больше, больше. Здесь нет. И я, понимаете, даже... Блин, у меня даже не будет настроения. И вообще желание полностью пропадет, чтобы заново начать. Чтобы заново начать проходить. Потому что это снова же... Кучу времени, который я потратил на это прохождение, то есть 17, да, у нас вышло. Часиков. 16 часиков. И все в проебе. Так, что-то я реально ни хера не вижу. А уж. Я мастер в поисках. А, бля, давайте, короче, найду последний, чтобы не тратить время, и тогда продолжим. Я нашел вазу. Ну, я постоянно в меню захожу, чтобы, типа, мне не крашилась игра. Я дам вам 5 секунд на то, чтобы найти вазу. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что, заметили? Вон, да, даже всадник увидел. Вон там, правильно, всадник. Вон ваза наша. Слышите звук? Вон и сундук. Мы побежали за сундуком. Если хотите, можем отправиться сейчас в горнило, посмотреть, что там. Потому что, понятное дело, что я его проходить не буду. Ну нахер его проходить. Поэтому поехали. Сразу отправляемся. Горнилом, да. Путь. Я хотел его в конце все это сделать, но... Так, так получилось, что игра не хочет со мной сотрудничать. А, ты получил наше приглашение. Добро пожаловать в горнило! Здесь сильнейшие проходят испытания, слабые же гибнут! Да-да-да, горнило. Давайте поговорим с ним. Что это за место? Позволь мне рассказать о правилах, которых немного. Чем больше созданий ты одолеешь, тем дальше пройдешь в горнило. Время от времени тебе будут предлагать награды. Если примешь награду, тебе придется уйти. Если не примешь, сможешь продолжать. Проиграв, ты не получишь ничего. О, и еще кое-что. Никто не доходил до конца. Кроме меня. То, хочешь ли ты войти? Да, я хочу. Какой-то ты очень самоуверенный, то, что я типа тоже не дойду. Хочешь сражаться сначала? Смело реши. В принципе, как... А не, похоже, они жирные. По ХП они достаточно жирные. Вау, вау. Дальше.
довольно просто, если смотреть, какую мы классную броню получили. Которая нас просто регенит. О, здоровяка выпустили. О-о-о. 11 урона, это много. Убьешь, убьешь. Ужас. Ой, я его еще не убил. Бам. Ну ладно, хилит меня все-таки медленно. Если не ошибаюсь, там должно быть 15 волн. Ой, тихо, ну блин, почему он именно бьет меня в тот момент, когда я замахиваюсь? Неустанный мститель, вот как. Неплохо. Уйдешь ли ты, взяв награду, или продолжишь? Беру добычу. Вот и награда. Ну, короче, принцип вы поняли, да, я надеюсь. Такое. Типа там заново, да, начинается все. Чего ты желаешь начать? Я не хочу. Чего ты желаешь начать? Не хочу, не хочу начинать. До следующего раза. До следующего. Ну, короче, это типичная арена. Это то же самое, что мы играли с вами в лабиринте, то. Чисто то же самое. Обычная трата времени на волны. Только волны. Знаете, когда уже чисто сюжет прошел, ну, типа, хочешь еще поиграть, ну, очень много свободного времени, просто играешь что волны, да и все. Окей. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Следующая серия будет. И она, по идее, будет либо последняя, либо припоследняя, потому что следующая серия... Мы с вами начнем проходить DLC кампанию. Сейчас покажу ее даже. Сейчас все загрузится, все сделается, как окей, должно быть. И все как-то так. Так, дополнительная кампания. Кузница в бездне. Давай, 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 давай. Вот, все, мы в новой локации. Поэтому... О, даже видите, нам показывают ее. В следующей серии мы будем проходить ее. Так как у меня больше вариантов нету. Хотя, если я могу посмотреть в Ютубе еще по... Искать, посмотреть. Если я найду вдруг решение этой проблемы, то... Мы начнем не с этой, не с этой менюшки, а начнем уже... С той точки, где у нас эти ебучие порталы, либо уже с другой стороны тех порталов, куда я должен был, по идее, залететь.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.